Привет, меня зовут Марина, я совладелец хостела Достоевский в Новосибирске. Хостел Достоевский – это сеть хостелов по России. Мы представлены уже в 8 городах, и у нас 9 хостелов. А хостел Новосибирский – это наш флагманский хостел, он у нас в собственности. Все остальное мы развиваем по франшизе. Мы на рынке 3 года, и сюда мы переехали совсем недавно, то есть в начале этого года. Вот, он самый большой, 60 мест, и сейчас мы потихонечку тут еще дообустраиваемся. Мы хотели сделать хостел, который привлечет иностранцев, но также выбирали название, которое русским понравится. Вот, поэтому для иностранцев это название отражает российскую культуру, потому что это один из самых известных писателей за рубежом. А русским просто нравится. И это легко визуализируемый образ. То есть у нас есть постеры с Достоевским, картины такие стилизованные, у нас на стене поп-арт с лицом Достоевского. Так как мы были первыми, один из хороших вариантов был Гагарин хостел. Мне вообще нравится очень путешествовать. Мне кажется, хостел это такая... Вот если он появляется в городе, если развивается культура хостелов, то люди больше путешествуют. Люди расширяют свой взгляд на мир. Вот, мне нравится, что частично я там делаю вклад в эту большую идею. А вообще я впервые побывала в Питере в хостеле. Он был открыт моей знакомой, расспросила ее, как это все делается. И в тот момент в Новосибирске не было хостелов, мне показалось классно попробовать здесь это реализовать. Получается, что никто не знал просто про хостелы в Новосибирске. Раскрутка с нуля как раз было самым сложным. Нам нужна была молодежная аудитория, мы встречались с представителями вузов, молодежных организаций. От момента, как мы решили, что мы делаем хостел, где-то 2 или 2,5 месяца прошло, и мы открыли. Ну, это не так долго, а там следующий хостел мы можем открыть там за месяц, например. Зависит от того, какое помещение изначально. Какого-то конкретного образца не было. Я смотрела очень много, как делается это за рубежом. В основном по фотографиям, некоторых ездила, жила. А в этом хостеле мы совместно с дизайнером прорабатывали интерьер холла в основном, там санузлов, души, и хотели сделать это в ярком стиле. Мне нравятся яркие цвета, поэтому все стены выкрашены в такие сочные оттенки. Первый был экспериментальный, там все было просто. Что значит экспериментальный? Ты очень мало средств на него тратишь. Ты просто тестируешь идею. В первом хостеле у нас даже кухни на самом деле не было. Потом мы поняли, что гостям нужна кухня, они хотят готовить. Вечерние посиделки, там, приготовление совместной еды – это тоже такое частое занятие. Наш хостел для активной молодежи, которая любит путешествовать, узнавать новые города. У нас есть даже детская аудитория. Есть, в принципе, взрослые люди, которые приезжают работать. А иностранцы – это только часть, которая добавляет такую изюминку. В ближайшее время мы хотим организовывать мероприятия разного формата. Мы открыты для любых кружков по интересам. Мы развиваем сеть франшиз. Мы можем помочь своими знаниями, опытом, наработанными там, маркетинговыми материалами. Покупая франшизу, ты можешь избежать всех ошибок, которые там, мы набили шишки за 3 года. Это экономит время на раскрутку хостела. Плюс люди, которые уже побывали в Достоевских, они, скорее всего, выберут аналогичный Достоевский просто в другом городе. Ближайшее открытие – Ижевск, Омск, Пермь, Саратов там на очереди. У нас есть цель – 50 городов, 50 франшиз. Сейчас мы участвуем в конкурсе Forbes среди 10 там, разных проектов. У нас есть шанс победить. То есть цель была показать самый наибольший рост бизнеса за 1,5 или 2 месяца. Вот, посмотрим. Мы набираемся большим опытом. То есть это уже такая солидная команда. Такой командой можно продвигать новые проекты. Ну, скорее всего, они будут связаны с туризмом. Ну, на самом деле, жизнь вносит свои коррективы. Я не думаю, что прям всю жизнь я буду заниматься только хостелами. Скорее всего, это будут смежные услуги. То есть это может быть производство мебели для хостелов, там может быть турагентство какое-то. Что-то, что будет развивать туризм в России, я в него еще верю. Сейчас меня прет от мероприятий, которые мы будем проводить. Для меня это новая область. Когда открываются новые хостелы, и люди тоже на кураже. Когда первый бизнес, это прикольно. То есть видно, что у людей примерно те же ощущения, которые мы испытывали там 3-4 года назад. Я считаю, стоит заниматься каким-то делом, пока оно тебя развивает. Сейчас
есть вещи, которым я учусь, пока мы развиваем эту сеть по России. Это пока расширяет мой кругозор, как личность меня развивает.